Весна. Это самое лучшее время для прогулок с металлоискателем. Выбрали место. Приехали. А тут ручеек превратился в речку. Но с позитивным настроем нашли обход. Ну и путь что чуть дальше. По дороге залили сапоги, но это нас не остановило. И находки порадовали. Тут хорошая дорога оказалась. Следы лосей. Кабаны? Кабаны — это хорошо. Идем вот в обход. Вот он, Ниагарский водопад. Все, ребята, готовы. Здесь АК Беркут. У меня Гаррет. Все, движуха началась. Все, вот оно место. Добрались. Вон ребята уже копают. Погода наладилась. Все. А вот мой аппарат. Погнали. Что-то монетное. Сигнал? Да. Сейчас давай здесь вот выкопаем. Сигнал вообще классный. Подожди, да я. Вот. Тихо. А, это проволока. Медная проволока. О, серьезная такая уже проволочка. Хорошо. Может, у тебя тоже там? У Никиты какой-то сигналчик. Пойдем посмотрим. Земля мокрая, но копать нормально, удобно. Хороший сигнал. Подпортился чуть-чуть, но нормально. Ну, может, здесь проволоки могут. Может быть, какая проволока. Но ты его вытащи. Выкопай его. Он же рядышком, да? Да, вот здесь. Я вот туда вот лопатой как раз тыкнул, что-то задел. Что там? Железка? Выкопал. Вот она. Что это? Колечко на память. Она железная?
Ну почти монетка пойдет. Будем считать ее, что-то круглая монета. Все, поехали. Ваня ушел, его не видно. Небось там золото накопал уже. Красота. Птички поют. Ванька вон что-то нашел. Здесь раньше был дом, вот кирпичи. Здесь все перекопали. Ваня там что-то пытается найти интересное. Сейчас нам покажет. Вот. Никита. Что тут у нас? Свистулька, да? Короче, что-то вот. Свистулька, конина. И вот. Ручка шкафа. Вот, выглядит очень красиво. Ручка от шкафа. Старый. Латунный, да? Угу. Лопатой коцнул? Ну да. Все, повредил, короче. Сломал. Класс. Там вот все перекопали. Сейчас, наверное, где-то здесь еще походим. Посмотрим. Вот он, пуговица. Ну, это уже находочка. Вообще нормальная. Медная, да? Да. Старинная. Хотя бы уже хоть что-то, а то мы тут все какие-то железки собираем. Не, ну стой здесь покопаться. По мусору. Как же. Там фундамент даже более-менее сделан. Да что-то непонятно, что-то ружье что. Что это такое-то? Вообще что-то непонятно. Болт. Там корень через нее прошел. Что это? А, сюда вставлялся черенок, и это походу какой-то топор или что это? Да. Что-то очень это. Что-то очень массивное. Что-то очень массивное, что-то очень старое. У Никиты сигнальчик. Сейчас он нам покажет, как выглядит монетка. Давай, Никит. Железка. Ну, может быть, и железка там вот. Я трубу какую-то выкопал. Выкопал. А вот. Это железо. Вот же они. Смотри. Ну, она сгнила уже почти. Гнилые железки. Ну и все в кирпичах. Что-то там Ваня у нас накапывает.
Воу. Воу. Ребята, я сейчас помою. Что-то, по-моему, что-то прям крутое. Какая-то статуэточка. Что-то классное, я тебе говорю. Сейчас, подожди. Вода нужна. Прям что-то, я еще зацепил чуть-чуть край, ну, лопатой. Типа, знаешь, типа что-то, типа оловянного. Все. Сейчас я помою. Пулеметчик с Максимом. Мы сейчас еще лучше помоем. Вообще классно. Маленько начала коррозировать. Ну и помыть. Вообще класс. Круто. Все, отлично. Ставлю лайк. Все, вот. Помыл я вот этого солдатика. Здесь виднеются оранжевые, зеленые и желтые цвета. Вот здесь у него уже начала гнить голова. Но в целом неплохо. Еще дуло, я смотрел в интернете, должно быть чуть длиннее. Отломилось. Вот этого солдатика я находил пару лет назад. Барабанщик. Он в более худшем состоянии. У него отгнили ноги. Он, в принципе, весь уже потрескался. Но все-таки это олово. Очень быстро гниет. Вот все. Коллекция пополняется. Здесь вот у нас Ванька рядом сидит. Возился, наверное, здесь полчаса. Вот яма. И вот какую красоту. Какие изгибы, какая грация. Кричит Никита. Это что, ядро? Гиря. А? Гиря. Я думаю, это ядро, короче, от пушки. Давай только не убейся пока. Ты приди сначала. Ну-ка давай пока. Гилька. Ух ты. Безок. Класс. Кто-то откусил уже ручки. Она из какого материала? С клеймом. 10. 10 чего? 10 килограмм? Килограмм, наверное, да. А у вас складывать, да, хоть что-то. Ну это, наверное... У меня вообще гвозди. Это, наверное, железная. Ну она у меня как цветнина бьет. Ну она железная. Черкани лопаты по ней, посмотри, какого из чего она. Только черкай так, чтобы это, не разруби ее пополам. Да железо вон. Железное. Железное с обломанными ручками. Все. А Ваня вот а еще. Я думал горшочек. Ваня у нас нашел офигенную монету. Вот. Вернее, кольцо великана. Вот оно. Вот оно. Так что так вот у нас. Опять что-то он копает. Сейчас он кувшин выкопает. Колодец действующий. Ну так вроде, да. О, какой мостик-то. Все, поменяли мы место. Маленько ветрено. Ребята, вот он счастливый, довольный Никитос. Никитос нашел монитос. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Мне кажется, это советик тонкий очень. Слушай, совет походу, давай. Походу надо мыть ее. А нет, от царского образца. Образца Николаши. Вот я помыл ее. Это 1 копеечка.
образца последнего царя. Николая II. К сожалению, здесь ничего не рассмотреть. Из года осталось название только год. Вот и все. И копейка. Вот. Пойдем дальше. Вот оно поле. Вот у нас ямочка. Вот у нас находочка. Находочка. Кран. Новый. Вот еще даже вообще муха не сидела. Какое-то... Что это? Интересное что-то. От трактора, ладно. Ребята, у меня хорошая новость. По размеру 2 копеечки вылезло. Вот надо почистить. Где-то лужа. Здесь вот по краям. Похоже. Как будто деньга, а вот с другой стороны непонятно. Короче, поле уничтожает просто в хлам. Но почищу. Может быть, что-то получится, может узнать, что это такое. Ну, очень сильно похоже на деньгу, но да, тонковато. Ладно, уже лучше. Вон они обсуждают, как найти больше меня монет. Вот они стоят там, улыбаются. Вот что нашлось на сайте YouTube. Что вы там на сайте YouTube уже смотрите? У меня сигнал прям четкий, единичка. 15 сантиметров. Скорее всего, это монета. Сейчас мы с вами и узнаем. Вот она, ребята, вот она. Круто. Все, выход четкий вообще. Посмотрим, что у нас тут от нее осталось. Опять что-то непонятное. О! Копейка, что ли? Ну, к сожалению, будет. Надеюсь, что-то поглядывается. Надпись. Деньга. Все, если здесь деньга, значит и до этого тоже была деньга. Но видите, она обычно толще. Сейчас ее подубило. Тут 1700, по-моему, 50-й год, если я не ошибаюсь. Управление Елизаветы. Да, это деньга. Чё, Вань, нашёл чё? Алюминиевый кров. Ай, молодец. Ну всё, поднялся ветер, стало уже прохладно. Будем собираться. Вот. Выход отличный. Конечно, хотелось и серебра, и золотишко, но значит не сегодня. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.